Всем привет, мои дорогие, с вами Ирина Баханова. Сейчас я отправляюсь в светофор и предлагаю вместе со мной взглянуть на полочки. Пошли гулять по светофорам. У нас в городе светофор открыли не так давно. Итак, идем смотреть. Первое, что нахожу, вафельные рулетики. Такая упаковка со вкусом сгущенного молока, 56 рублей, 320 грамм. Печенье сдобное творожное, 1 килограмм. Такая упаковка, посмотрите. Аппетитно выглядит Снежка. Может, кто-то уже брал, пишите. 91 рубль цена. Много здесь всего навалено. Это подушки, пледы, вещи какие-то разные. Ну, здесь вот так выбирают просто. Носки. Вообще, чего тут только нет. Носки совершенно различные. 84 рубля это шерстяные. По 14 рублей маленькие носки. Новогодние подарки завезли уже. Смотрите, как их много в коробках стоят. Коробки, кстати, уже раскрывают покупатели. Видите, да, вот конфеты. Кто-то даже рвет коробки. Подносы вот такие небольшие, зеленые, 44 рубля. Набор из 5 контейнеров, 91 рубль. Такие контейнеры небольшие. Коврик в ванную комнату, 100 рублей. Очиститель воздуха, 3226, вот такой большой. Много здесь их. Контейнер Mic Box с обкладкой. Такие контейнеры. 99 рублей. Корзина для хранения. Разные большие корзины. Очень большой выбор соков. Сок персиковый. Нектар вот такой. По 28 рублей. Вот так всего много. Мини-пряники с начинкой, 35 рублей. Такая упаковка. Фруктовые. Печенье лукошко, 124 рубля. Напиток детское игристое, 36 рублей. Большие такие бутыли. Печенье пряничное с начинкой, 100 рублей. Такая упаковка. Смесь круп, чечевица, полба, 21,90. Зашла в холодильник. Смотрите, колбасу привезли. Сыр, 279 рублей. Здесь вообще большой выбор сыра. Смотрите, творог. Много всего. Сливочный сыр. Корейка премиум, 316 рублей. Здесь икра, 33 рубля. Икра в крем-соусе. Бутерфиш, кстати, очень вкусная штучка, 61 рубль. Икра, 29 рублей. Сало, 205 рублей. Здесь тоже какое-то мясо. Щековина закусочная, 176 рублей. Рожок творожный, 62 рубля. Вот такой большой набор рожков. Вот и все, мои дорогие. Вот так мы понимаем сегодня светофоры. Надеюсь, вам был полезен мой обзор. Но я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что вы были со мной. Если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Не забудьте по ссылочке внизу описания на мой второй кулинарный канал «Мастер своего дела». Всем пока, до новых встреч. С вами была Ирина Баханова.